В Югре запустят новую площадку обратной связи для предпринимателей. Округ будет сопровождать платформу «Бизнес» от Центра управления регионом. ХМАО вошел в число субъектов страны, где запущен такой пилотный проект. Его задача – собирать обратную связь от предпринимателей по всем направлениям. А представители бизнес-сообщества, в свою очередь, смогут получить онлайн-консультации по любым вопросам. Обращения и инициативы, отраженные через платформу, позволят корректировать решения и меры поддержки. Также муниципалитеты Югры посетит бизнес-десант, составленный из представителей регионального департамента экономического развития, фондов поддержки, общественных организаций, налоговой службы. Они встретятся с бизнес-сообществом городов и районов. График будет сформирован и опубликован. Тему обсудили на заседании советов по инвестиционной деятельности и по развитию малого и среднего предпринимательства Югры. В этом году мы уже запустим ту платформу обратной связи, которая должна быть все-таки призвана к тому, чтобы канал коммуникации был налажен наиболее простой, без каких-либо административных барьеров, для того, чтобы ни одно пожелание, предложение от представителей бизнеса не осталось неучтенным.